Дорогой Александр Васильевич, мы хотим поздравить вас с юбилеем и сделать вам подарок – видеопоздравление. Мы очень надеемся, что вам понравится. Это видео делится на 3 части, так что не смотрите все сразу. Мы знаем, что в этот вечер нас не будет рядом, и не только нас. Мы хотим вас от души поздравить. Самое главное, что мы хотим вам сказать – это огромное спасибо за все то, что вы делаете для нас. Я безумно рада тренироваться с вами. Ведь вы не только учите нас гимнастике, но и учите правильно относиться к жизни. Вы, как никто другой, учите нас преодолевать сложности, рассказываете просто обо всем. Вы учите нас любить то, чем мы занимаемся, и каждый день я все с большим желанием и радостью еду на тренировки, чтобы узнать что-то новое. А главное, ведь вы самый лучший пример для нас. На собственном опыте показываете, что нет ничего невозможного для человека, который действительно чего-то хочет добиться или достичь в жизни. Вы многому нас научили. Например, что радоваться можно 30 секунд и расстраиваться тоже. Но в этот день сделайте исключение, радуйтесь все 24. Уверены в том, что прыгаете вы однозначно выше, чем мы. И доскоки ловите тоже лучше. Александр Васильевич, я поздравляю вас с юбилеем. Я очень рада, что тренируюсь у вас. Я желаю вам здоровья, сил, упорства много и терпения, чтобы каждый день вам приносил удачу, успех и везение. Сегодня прекрасный день, отличное настроение. Сегодня у нашего тренера, многоуважаемого Александра Васильевича, день рождения. Я хочу пожелать вам огромного счастья, крепкого здоровья, всего самого наилучшего, успехов вам во всем, чтобы вас дети каждый день радовали и вы никогда не расстраивались. Спасибо вам огромное за все, за то, что вы для нас делаете. Такого тренера, как вы, больше не найти. Спасибо вам. Александр Васильевич, с днем рождения! Александр Васильевич, я от всей души поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья, много терпения и всегда отличного настроения. Пусть все проблемы обходят вас стороной. Спасибо за ваш труд. Вы настоящий пример для нас всех. Вы человек, который всегда поможет и поддержит трудную минуту. Таких тренеров, как вы, единицы на всей планете. И я ценю возможность, что могу учиться у вас. Сил вам и долгих лет жизни. С юбилеем! Добрый день, дорогой юбиляр и все присутствующие в этом зале. От всего сердца и от всей души хочу поздравить Александра Васильевича с такой значимой датой – 70. Это достойные, насыщенные и интересные годы. 70 – это подарок судьбы. Учитывая, что пройденный путь был нелегкий и тернистый. Но ты боролся и побеждал, и никогда не сдавался. Не шел на компромиссы ни с собой, ни с другими. Всегда нацеленный на победу, не сомневаясь в своей правоте. Стремившийся к гармонии и красоте, как в жизни, так и в работе. 70 – это крутая вершина, но, дай Бог, не последняя. Твой юбилей – еще не годы. Если в проекте «Голос 60+», в 91 год впервые выходит на сцену, значит, 70 – еще не век. И в жизни только новая ступень. Поэтому новых целей, новых достижений и побед, прекрасных идей и интересных увлечений, внутреннего спокойствия и душевной гармонии. Наслаждайся каждым мгновением жизни. И под конец хочу пожелать, чтобы этот вечер прошел интересно, в теплой и уютной обстановке, без пафосных и хвалебных слов. Именинник этого очень не любит. Пусть это будет вечер воспоминаний. Каждый из присутствующих здесь когда-то был связан с Сашей, и каждому он отдал частицу себя, своего сердца и души. Я думаю, вам есть о чем вспомнить, о чем рассказать, а может и сказать о том, о чем не хватило духа сказать в 40, 30, 20 лет тому назад.
И пусть этот вечер запомнится не только юбиляру, но и всем присутствующим. И чтобы по дороге домой осталось приятное послевкусие и не возникло мысли, что время потрачено зря. Еще раз с днем рождения, дорогой Александр Васильевич! Привет из солнечной Флориды, дорогой Александр Васильевич, поздравляем тебя с твоим юбилеем, желаем тебе главное здоровье, а остальное все приложится. Еще раз наши поздравления, обнимаем, целуем. Саша, привет. Сегодня твой юбилей, 70 лет. Это же надо, такая дата, 70 лет, а ты еще что-то там крутишься, колупаешься. Да еще с такими гимнастками мирового уровня. 70 лет не каждый тренер сможет, не каждый сможет так трудиться. Ты просто, просто супер и молодец. Ты знаешь, в этот день ты будешь принимать множество, тысячи поздравлений со всех уголков мира. И это поздравление из Америки, из Флориды, из Орландо. Мы очень сожалеем, Саша, что мы не можем присутствовать на твоем юбилее. Но мы, все русские друзья, которые находятся здесь, в Америке, мы поднимем бокалы в этот день за тебя, за прекрасного человека, за гениального, великого тренера. Многие поздравления будут с хорошими словами. Счастья, здоровья, успехов, любви. Но я желаю тебе, Александр, только здоровья. Здоровья с большой буквы. Потому что если будет здоровье, значит будет все. И счастье, и удача, и любовь, и остальное. Что такое счастье? Ты уже счастливый человек, Саша, счастливый. У тебя две дочки, Аня, Саша. У тебя внуки, у тебя прекрасная жена, Вера Иосифовна, которая все годы тебя поддерживала и будет поддерживать. Я знаю, что сколько много стрессов, бессонных ночей прошло в твоей жизни гимнастической. Ты уже посидел, посмотри, а это же все стрессы. Я очень горжусь тобой, что ты в эти годы еще работаешь. Счастье – это все для тебя, это дети, это твоя жена. Удача – ну что такое удача? Успех. Ты уже успешный. Тебя Родина наградила орденами, медалями. Тебе присвоили звание заслуженного тренера. А это большая честь. Не каждый тренер может этого добиться. Ты знаешь, мне хочется тебе пожелать всего-всего самого наилучшего. Что бы ты ни сделал, это все во имя спорта, во имя России. Ты знаешь, я даже немножко волнуюсь. Хочется сказать очень много. Но самое главное, что ты сделал в спорте. Ты помнишь, это детская юношеская спортивная школа, просто маленькая школа. И мы там начали работать, что-то делать. Потом эту школу переименовали в школу Олимпийского резерва. Ты знаешь, если честно, мне очень хочется, но это скоро сбудется, чтобы эта школа называлась не просто школой Олимпийского резерва, а Пушкинская школа Олимпийского резерва имени Кирешова. И снова привет, дорогой Александр Васильевич. Саша, я хотел бы продолжить свое поздравление предыдущее и немножко добавить. Я хотел бы поздравить Пушкинскую спортивную школу. Я хочу поздравить спорткомитет Санкт-Петербурга, Федерацию спортивной гимнастики России. Ну а также я хотел бы поздравить непосредственно твоих лучших учениц: Сашу Сорокину, Женю Кузнецову, Татьяну Набиеву, Елену Еремину, а также Лилию Ахаимову. Good luck ей! Удачи ей на чемпионате мира в Штутгарте. Я хочу поздравить не только всех гимнасток, а также поздравить с этим юбилеем моих самых лучших друзей. Извините, что не могу присутствовать на этом юбилее, но я хочу передать большой привет, огромный привет Михайловской Наталье Игнатьевне,
Яченко Тамаре Николаевне и самому большому другу, моему хорошему другу, Гавриченкову Виктору Николаевичу. И в заключение я хочу сказать, ребята, приезжайте ко мне в гости. Сходим в Диснейленд, покупаемся в океане с акулами, половим маленьких крокодильчиков. Крокодильчики вкусные, мясо очень вкусно, мне понравилось. Приезжайте в гости, отдохнем, сделаем шашлычки, вспомним старые времена. Ну и, конечно, будет весело нам. Я думаю, что мы скоро встретимся. Саша, еще раз тебя с юбилеем, здоровья тебе и до скорой встречи. Пока. Дорогой Александр Васильевич, поздравляем вас и скорее. И для вас специально исполняет песню «Субим» Кореянка. Жизнь кипит кругом, и нами думать о былом. Ведь не стареем, а молодеем мы с каждым днем. Знаешь, милый мой, при встрече дружеской с тобой я подойду и обниму, потом спрошу тебе лукаво. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке? На берегу, Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, каштан цвету. Нет ярче красок нигде и никогда. Саша, как много жизни ласки, как незаметно бегут к нам. Поздравляю вас с юбилеем! И скорее! Тренер у нас строгий, но очень справедливый. Работать заставляет, а сам он не ленивый. Свою работу любит, на ней почти горит. Успехи в тренировках, так тренер говорит. Вас с днем рождения, тренер, сердечно поздравляем! Здоровья, счастья, радости, улыбки вам желаю. С днем рождения, Александр Васильевич!